Ну, сегодня покуражились, можно так сказать. Все получалось, все залетало. Ну, могли бы, конечно, и больше, но как есть, так есть. Ну, потому что у нас следующая игра сложная очень, с Витебском, и поэтому наработки делали на этой игре. Нет, мы собраны, мы готовы, у нас еще есть неделя до матча. Ну, будем пробовать что-то новое, может быть, постараемся удивить соперника. Ну, на самом деле, просто настроиться. Ну, как бы я еще здесь, поэтому это играю, все очень просто. Ну, прежде всего, при установке главный тренер говорил о том, что никакой расслабленности не должно быть. Отрабатываем именно те схемы, которые работали на тренировке. В принципе, это как бы и произошло. Но мало того, у нас три игрока уехало за рубеж играть в большой футбол. Ну, это хорошо, когда наши игроки востребованы в большом футболе и за рубежом тем более. Но мы пополнились двумя новыми игроками. Карачун Валей, это человек, который прошел все сборные молодежные, национальные, играл в последнее время в клубе «Динамо Минск». Но она сейчас работает фитнес-тренером. Я не исполнил и пригласил, и она удачно сегодня влилась в коллектив. Также у нас есть Малиновская Изоля, либо Горбунова, она вышла замуж. И сегодня, по-моему, она сделала хек-трик очень удачно. Вместе с вязкой с Анисковцевой Ольгой. Они вместе подруги в Бобручанке играют много лет. По этому поводу хорошо сработало. Те наработки, которые мы хотим внести с игрой в Витебском, как раз сегодня они и были эти отработанные моменты. Приблизительно так. Она сейчас поедет в больницу, будет делать снимок МРТ и дальше уже, ну, боюсь, что это разрыв связки боковой. При неудачном на ровном месте падении подвернула ногу и, вы, к сожалению, боюсь, не поможет в дальнейшем. Ну, потери серьезны, потому что на сегодняшний момент она играла в первой пятерке. Вот, кроме того, у нас и Васильева сегодня не было тоже под травмой. Но мы ее бережем для того, чтобы она играла в Витебском решающий матч. Ну, я не сказал бы, что педуниверситет слабая команда. Последние игры мы с ними сыграли, еле вырвали в последней минуте 7-6. Хотя вели 6-1, но это женский футбол. Но, тем не менее, мы на них настроились достойно и, естественно, был хороший результат. А сейчас, естественно, Витебск – это, если победа, то это победа в чемпионате. Если другой результат, все дальше продолжается плей-офф, который состоится 25-27 февраля, куда мы, конечно, вас и приглашаем поболеть. Мы определенным образом это продумали, определенным образом руководство команды простимулировало для того, чтобы была достойная игра в дальнейшем в финале, и они будут в этом заинтересованы. Тем более, как бы вот все наработки, которые проходили за последние два месяца, они проявляются, и девчонки как раз-то получают кураж в том, что начинаются связки работать, игровые.